Здравствуйте, дорогие друзья! Появился курс Git плюс PyCharm плюс Bitbucket «Настройка по шагам». Ну, полностью, ребят, рассказал, разжевал, и это только начало. Значит, перейдете к курсу. Здесь у нас 10 уроков. Мы с вами полностью настроили PyCharm, у нас все появилось. Значит, по шагам, то есть заработает у всех. Значит, разжевал, сначала мы регистрировались на Bitbucket, потом скачивали плагины, потом устанавливали, прописывали пути. В общем, не знаю, ну, ребенок 6 лет тоже точно поймет, поэтому разберется взрослый человек каждый. Значит, курс записал очень подробно. В конце концов, в этом курсе мы полностью настроили Bitbucket, PyCharm и Git. Все, что нас скачали, установили, прописали. Далее создали Git-репозиторий. Разобрали очень подробно, на картинках рассказал, что это такое, как он работает. Разобрали первые 4 команды, полностью всю суть. И разобрали обзор PyCharm, где у нее какие настройки. Значит, обратите внимание на домашнее задание. Оно дано там в конце, что сделать на форуме, то есть составляйте свою справку. В общем, все получится. Я хотел еще сказать, да, это Валерий Бовсуновский, сайт python-tut.ru. Просто вот в этом видео в конце я добавлю, чтобы не пересказывать, на YouTube я записал видео, и оно будет в конце предлагаться этого видео. Значит, я сейчас покажу. Это архиважно. Это видео ссылка. Я его и дам в описании и ссылку. Зачем начинающему разработчику Git и Bitbucket? Друзья, вот вы его посмотрите и не потеряете несколько лет, а будете программировать в кайф. А в данном курсе мы уже перешли к очень подробной настройке. Поэтому, ребят, все будет нормально. Спасибо за доверие.